Начинаем на 8 и раз. И раз ножки делаем. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Руки идут в удар. Пум. На второй счет ручка убирается. На два, три, четыре мы ее здесь держим. Дальше правая у нас раз, рисует круг. Два, три. Левая работает в обратную сторону, в противоход. Та, та, та. Соединяем вместе с ногами. Семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь. На раз мы шагаем на левую руку. Руки раскрываются в стороны, делаем две точки. На два возвращаем корпус назад. На три опускаются руки, подставляется нога. На четыре мы делаем стойку, как будто собираемся драться. Четыре. На пять мы ручки меняем. И это же движение пять и. Оно заводит нас на пружинку. У нас колени едут вовнутрь, пятки расходятся. Ручка разжимается. Мы садимся в плие. И отсюда у нас корпус рисует кружок. Вот в это положение. В этом положении мы снова делаем две точки. Так, да. Поднимаемся наверх, ножку не подставляем, сразу ставим в бок и сгибаемся на колени. Правой рукой поворачиваем голову. Переносим вес на левую, начинаем делать шаг вперед и две болтушечки с таза. В это время вторая ручка поворачивает нам голову. Но если первый раз мы шел по рукам, второй раз более мягко с болтушечкой. После этого сделаем две волны, левая шагает вперед, корпус опускается чуть ниже, то есть мы как будто чуть набрасываем корпус вперед. Оставляется ножка, взгляд на пятку, правая рука перед собой. Шагаем правой ногой назад, голова запрокидывается назад. И то же самое в другую сторону отшагиваем. Раз, два, три, четыре. Из этого положения мы будем с вами бить ножкой один раз в сторону, пам, коленкой. И потом идти на центр. Девочек под танцы перемещения. Из этой левой рука остается здесь, правая идет к ней. Мы потираем ладошки в этом движении. И идем на центр, и тянем до последнего. Берем ладошки, держим их здесь. Отсюда начнется следующее движение. Соединим полностью всю эту первую часть. Так, 7, 8, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, так, да. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да-да. И пам, и волна, волна, и раз. Туда, назад, сюда, колено, центр. Следующая часть. Ноги. Мы набегаем на левую, возвращаемся на правую, встаем на крест и повторяем это движение три раза. И подтаскиваю ножку. Сам тренинг делает это с легким движением колен. Подтянули. Дальше мы делаем небольшой кик правой сюда. Разворачиваем себя в диагональ. После чего у нас разворот на правой ноге. И мы подставляем левую ножку. И после этого с правой ноги идут шаги, три шага. Раз, два, три. Угу. При этих шажочках немножко работает таз. То есть, когда мы выставляем ножку вперед, у нас таз выходит назад, чтобы на самом шаге чуть-чуть таз завести. То есть, у нас и пум, и пум, и пум. Угу. Но только не переборщите, делаем это чуть-чуть. Теперь с руками. Руки у нас идут. Удар локтями идет. Таз, крест. Правая сторона, левая сторона. Руки за себя опускаются. Некоторые из девочки из-под танца идут в крест. На плечи руки идут на базу, потянули ножку. Когда делаем кик, ручка либо летит вместе с ногой, либо летит к плечу. Дальше, когда мы делаем этот разворот, у нас оказывается спереди левая рука, и на повороте к ней идет правая. Здесь либо ручки проходят через верх на вот этих шажочках, да, вот этих шажочках, либо вы можете отсюда сделать, как делает тренер, он делает локоть иногда, локоть, локоть. То есть, по нам выбор. Можете сделать так,
делаем два удара по центру. Ту-ду. Отсюда разворачиваем себя. Ту-ду. У нас идет поворот. И с этой ножки мы шагаем. Мы на нее шагаем, и у нас поворачивается таз. Та-та-та. И он не просто вперед-назад, а с подворотом. И каждый раз наступили, оторвали ножку, наступили, оторвали ножку, наступили, оторвали. Три раза. После этого поднимаем руку наверх, садимся в плие, заводим раз, ручку сюда, раскрываем два, другая ножка завелась, три, снова это же движение руками на ногах поднимается. На топ руки раскрываются, потом мы отставляем ножку, раскрываемся, соединяем ручки здесь и делаем так, так. И пошла волна назад. Оставляем руку в таком положении. Сначала руки раскрываются, закрываются. Потом они открываются, закрываются. И на это движение у нас идет голова. И опять раскрыты, закрыты руки. Через верх переносим вес в левую сторону. Руки все так же у нас перед лицом. Открыли, закрыли. Голова открыли, закрыли. Идет удар. Правую сторону через круг несем сюда. Два удара в левую сторону. Возвращаем себя на этот концерт две ножки. Раскрываются руки и удар плечами назад. Соберем все вместе. Полностью всю эту связочку. Медленно. Семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре. Восемь, та-да, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, та-да. И тут упали, голова с волнушечкой вам, и вниз, вбок, назад, вбок, ладошка с коленкой на центр, и локти, крест, правая, левая, вниз. И плие, потянули ножку, кик, замах, поворот, точка, шаг, 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 и та-та, и раз, и два, и три, и бум, пам, раскрыли, закрыли, раскрыли руки, вернули вниз, та-та, и волна назад. Руки, голова, руки, поменяли положение, руки, голова, руки, бит через низ, бит, бит, через низ, руки, плечи.